Откройте, пожалуйста, сынки, соседи! У нас маленькие люди! Лежай! Стоять, полиция! На пол! На пол! На землю! На землю! Руки за спину! Руки за спину! На пол! Мужики, опять-то можно? Что за подразделение? Сейчас тебе обыск будем проводить. Не понял. Обыск будем проводить. Понятые, проходим сюда. Следователь первого отдела по расследованию по особо важным делам Сугуска России Магомедова производство обыска в квартире 50, а дома 63А по улице Паризин, части 2. Пункт А, 205, прим 1. Это финансирование. Что-либо запрещенное? Ну да. Да? Патроны где? 4 патрона парабеллум. Флюгер, да? Да. Где они находятся? Руки вперед. Помните, в пачке из-под... Сядь. Самодельный взрывчатый устройство есть? Да, самодельных нет. И еще один патрончик. Угу. Такой из из строительного сделан. Угу. И пуля от пневматики, так и все. А пистолет перейдет? Не, пистолет мне не держу. Собирался как раз. И... Все, собирался. Законное дело там место. Ну так что, держу, валялся дома. Все понятно. Казань жилище 80-го проверил представленный материал уголовного дела, дослушав мнение следователей, установил в производстве первого отдела наследства особо важных дел. Находится уголовное дело, возбужденное 5 октября УК РФ в отношении Сакиева и РФ. Следователь ходатайство о проведении обыска в квартире дома. Понял? Сейчас эксперт подними. Ну все, подписываться не надо? Подписываться, конечно, надо. Фамилия, имущество. Так. На арабском, да? Да. Красавчик. Так, сокращенно? Да. Вы из какого подразделения? А кто да? ФСБ или да, МВД? Да. Мозгали. Убивали-то. Ну, из-за личных, как говорится, без из-за. Да. А. Ну, пока помогать, то есть. Да. Вот там на столе в зеленой коробочке маленькой, там 4 патрона. Еще там такой маленький самодельник такой валяется. В комнате слева, вход, слева от входа, да? Да, столик такой. От входа имеются патроны. Да.
Да, зря. Лучше бы макет только держал бы. Ладно, лучше бы не лучше. Марки. Новый, да? Угу. Серийный номер. Вещи в порядке. Это пневматический МР-654, да. Коробка тоже от него. А где патроны? Патроны вот на столе. Вот, вот смотрите, мужчина. Вот, вот. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот, вот, вот. Сейчас, вот. Да-да-да. Вот. Видите, тут патронов. 9 мм. 9 на 19 парабеллум. И маленький вот этот самодельный, что игрался уже. Слышь, откуда все это? Вот это, да и на работе. Всякие там. Вехлыми. Не, я пока вот работал, вот столько вот разного этого повидал, разного оружия просто. Хотя пневматика торговал. Ну, 4 патрона там. Больше не. А пистолет, который в барабан нет? Юх, у меня нету пистолета. Барабан, который тогда перейдет. Я его продал. Без передел. Человек, кому? У себя на работе клиент. Не передел. Коллиматор, что ли? Это от этого, от игрушечного, от страйкбордного коллиматора. Под этот переделанный? Не, я его даже этот, не стал пачкаться, пошел себе охот билет сделал, хотел уже такое делать, нормально. Че это, эксперт все упаковывает? Он не холодный по-любому. Ну да, там, заодно. Это тоже мой телефон, я его как этот, ну, убийца флеш-карт, я его называю, так ВКонтакте полазит. Матрас поднимешь? Может, клиент хотел, но он документы оставил, деньги оставил, не успел, я ему гарантию вот выписал, он убежал. Это от этого, от пневматики, ремкомплект и прочие вещи, вот эти вот, то, что смотрится. Сумки всякие, там, ножи, которые оставались, штаны. Это горелка, вот эти фонарики есть же? Четыре с половиной миллиметра. Пустые. На мусорку нельзя выкидывать, использованные лампочки, используем батарейки, экологию там нарушают. Когда тут было? Пистолет. Так, мы берем вещи. Пустую коробку из пистолета. Два, кстати, от Макарова. А где эта трубка? Да так уж, этот лежит, как говорится, в хозяйстве пригодится. Mm-mm. Не, не переделать, по дороге не проканает она. Почему? Металл же. Металл не оружие. Что за металл? От табуретки, говорит, дядька один дал на работе, говорит. От табуретки. Один предмет похож на ворону, вообще. Этот он похож. Не, но он стоит, значит, это что? Нет. Похоже. Мы же его не на исследование, все равно как бы эти. Что-то долго смотрим. Так. Тебе кто звонит? Давайте, я покажу, что... Правильно? Так, под номером один выжишь, да?
баллончик еще. Что? Ты что за документы? Проекты. Газопроводные или что? Нет, зачем? Архитектурные. Я раньше архитектурой занимался. По телевизору, надеюсь, не будут показывать. Ну нет, чушь. Муджахи, да. Какой муджахи? Ну что, шутим? Я эту лан отдельно разговариваю. Отдельно разговариваю, да. Здесь пять, не говорится. Ну вот 8 числа. Вот я пишу. На основном они постановили 8, 10, 16 в соответствии с 4 частью какой-то. Произвел обыск в город Казань, проспект Евролин, дом 63А, квартира 50, да, правильно? Да. С целью отыскания предметов и ценностей идет в гражданском вороте, а в запрещенном гражданском вороте. И добытый преступным путем. Вот здесь. Опа, аккуратнее, ступенька. Вперед ложишься? От этого что зависит? Что, прямо вот так серьезно к этому, то что Амир там, это, ну, прикалываться меня тогда. Амир ходил в Закамский там, не Закамский, да? Джамаат там, так уж в шутку так называют, как бы это. Угу. Поэтому мы не стесняемся, я об этом так, ну, так говорю, поэтому, если бы я реально был бы там, что-то движуха какая-то, я бы, ну, конспирировался, а так же.